Доброго дня, дорогі телеглядачі! Ви дивитесь Одеса Fashion Channel. І сьогодні я хочу поговорити з вами про жіночу красу. Жінка справді вважається прекрасою світу. І те, що дарує нам природа, потребує обов'язкового догляду. Але давайте згадаємо казку про попелюшку. Її внутрішня чарівність і миловидна зовнішність заграли лише в належному образі. Ніхто не міг розгледіти принцесу під купою старого лахміття, що приховувало фігуру і скривало лице. У сучасному світі таким належним вбранням є доглянути обличчя і відточені контури тіла. І так, в салоні краси на Пушкінській 62 існують такі ж самі феї, які з особливою увагою поставляться до вашого образу і підкреслять вашу зовнішність. Відвідавши салон краси, вас чекає висока якість послуг і продукції, професіоналізм дипломованих майстрів і відмінний настрій на весь день. Якісні матеріали, інноваційні технології, висококласний персонал з багаторічним досвідом роботи – все це дозволить втілити в життя ваші найвишуканіші бажання. І що саме важливе – це можливість зробити весь перелік б'юті-сеансів в одному місці, починаючи від п'ят до маківки голови. Здравствуйте, Тина. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность вашего салона? Наш салон особен тем, что в нем работают очень позитивные и эксклюзивные мастера. У нас очень широкий спектр услуг. Мы работаем ежедневно, в полном составе, с 9 до 9. А вы являетесь стилистом-парикмахером. Расскажите, пожалуйста, нам, какие сейчас прически и стрижки в моде? В этом году новинками 2017 года лето-весна коллекции стала в тренде прическа удлиненная боб-каре с завитыми, слегка распушенными локонами, с эффектом легкой небрежности. А также есть еще хитовая челочка, от которой не могут отказаться наши клиенты, с удлинением по сторонам. В форме подковки. А что вы сейчас такое интересное делаете? Какая-то процедура по восстановлению, наверное? Сегодня мы делаем процедурку восстановления волос. Называется она у нас Omniplex. Это итальянская марка Formavita. Воспроизвела продукт, который регенерирует волосики, восстанавливает, улучшает структуру, наполняет их ухаживающими компонентами, а также закупоривает и не дает волосикам быстро сечься. Мы принимаем активное участие в семинарах, касаемых нашей торговой марки, на которой работает наш салон и наши мастера. А также мы ездим и переманиваем, берем опыт у других мастеров. Недавно мы даже посещали семинар в городе Запорожье, на котором приезжали два замечательных итальянца и делились с нами своим опытом. Міське життя і щоденна суєта вимагають особливої уваги догляду за шкірою обличчя. Саме тут вас познайомлять з різними процедурами, такими як фонофорез, ультразвукова чистка, масаж, мікрострумова ін'єкційна і безін'єкційна терапія на вітчизняних і зарубіжних препаратах, що додасть вашій шкірі свіжість, сяйво, зволоження і підтягнутість на довгий час. Також в салоні краси на Пушкінській 62 представлена унікальна антицелюлітна програма з використанням глаукониту, який видобувається лише в 4 місцях на нашій планеті. Разом з струмовою терапією і масажем він створить чудеса з вашою проблемною зоною. Здравствуйте, Татьяна. Расскажите нам, пожалуйста, про услуги, которые вы предоставляете в салоне красоты на Пушкинской 62. Наш салон предоставляет широкий спектр услуг, связанных с проблемами кожи лица, таких как купероз, пигментация, акне, угревая сыпь. Имеется широкий спектр уходовых программ, связанных с возрастными изменениями, которые подбираются индивидуально в зависимости от состояния здоровья и решаемых проблем пациента, обращающегося. Оказываем все виды услуг, связанных с депиляцией, всеми видами воска и шугарингом, а также занимаемся инъекционной терапией, мезотерапией по лицу и телу. Внимание коже необходимо уделять по мере возникновения проблем, то есть начиная с подросткового возраста. И особый акцент хочется сделать на том, что одинаковое внимание требует кожа как мальчиков, так и девочек. Как часто следует посещать косметолога? В зависимости от наличия проблем. Если это антикуперозная программа, если это борьба с какими-то проблемами, угревой сыпью,
пигментации, то это им подбираются индивидуальные курсы. Если кожа не нуждается в специальных процедурах, то 2 раза в месяц это нормально. Этого будет достаточно. Я знаю, что у вас есть просто чудодейственное средство для борьбы с проблемными зонами. Можете нам рассказать об этом? Да, для уходовых процедур в нашем салоне мы используем глауконитовое средство. Глауконитовая руда в сочетании с другими подобранными процедурами – это замечательное вспомогательное средство при лечении многих проблем, в том числе таких, как аллергические проявления на коже и воспалительные процессы. Способствует также восстановлению многих регенеративных процессов в коже и решает ряд проблем довольно успешно и в кратчайшие сроки с применением именно глауконита. В летний период времени актуальными остаются процедуры УЗИ, чистки, микротоковая терапия замечательно в сочетании с применением гиалуроновой кислоты и альгинатных масок замечательно помогают справиться с летними проблемами температурными, воздействия солнечных лучей. Обязательно использование кремов с защитой с SPF-факторами. А какой тип защиты должен быть? Это индивидуально все решается, потому что высокий SPF 16-30 иногда бывает вполне достаточно, чтобы не вызвать в определенных моментах гиперпигментации в условии, если человек забудет нанести и выйдет вдруг без крема. Здравствуйте, Светлана. Мы знаем, что вы являетесь постоянным клиентом салона красоты на Пушкинской 62. С какими процедурами вы уже успели здесь познакомиться? Это микротоки, да. И фонофорез, и маски питательные, под которые обязательно гиалуроновую кислоту употребляют. То есть это вот мои любимые питательные. А есть ли результаты? Ну, результаты есть однозначно, поскольку я очень боюсь всех этих процедур, связанных с иглоукалыванием, то это для меня было открытием, что такой результат я вижу без всяких различных экстренных таких вот мер. А что можете сказать о мастерах этого салона? Ну, девочки все очень хорошие. И как мастера тоже очень хорошие. После процедуры мне очень хорошо, мне очень нравится. Я прям как отдохнула, прям как с курорта приехала. Татьяна очень хороший мастер. Я многим людям советую. И вот все мои подруги, знакомые, все у нее обслуживаются и очень все нравится. Она прекрасный мастер, как и человек. Як відомо, головною прикрасою жінки є волосся. У літній період часу вони потребують особливого догляду. У салоні краси на Пушкінській 62 представлені унікальні продукти для відновлення ваших локонів згідно з новими технологіями італіянської лінії косметики. А якщо ви хочете надати приголомшливий об'єм і довжину вашій шевелюрі, то можете скористатися процедурою нарощування волосся. За короткий час ви отримаєте бездоганну зачіску, а головне – без шкоди для ваших рідних локонів. Девіз салону краси – кожен клієнт – це індивідуальність. Якщо у вас попереду особливе свято, де потрібно виглядати на всі 100, найкращим рішенням буде відвідати салон на Пушкінській 62. Всього за пару годин ви зможете повністю підтягнути обличчя, зробити фарбування, ламінування волосся, зачіску, манікюр, педикюр і, завершивши образ бездоганним професійним макіяжем, вийти принцесою або королевою у всеозброєнні. Дозвольте собі зануритися в казкову атмосферу турботи і доброзичливої обстановки та подбати про себе кохану в салоні краси на Пушкінській 62. Ви дивилися Одеса Fashion Channel. Будьте завжди на висоті. До зустрічі!